Этот вид сравнительно доступного временного жилья очень популярен в Европе. Услугами хостелов пользуются преимущественно студенты или люди, постоянно путешествующие по миру. Также хостел – отличный выбор для тех, кому остановиться в отеле не по карману. Открыть хостел можно даже в собственной квартире или доме. Важно лишь обеспечить своим постояльцам самые элементарные условия комфорта – уютное спальное место, чистое постельное белье, душ, туалет, оборудованную кухню и приятную атмосферу. Главное, чтобы вы позаботились о качестве обслуживания и хороших условиях. Самые лучшие постояльцы придут благодаря сарафанному радио.